приветик. Привет. Ты мне очки подарил. Что? Ну так ты ж свои забыла, надевай мои очки. Они большие и теплые. Что, сходим домой, возьмем очки? Да. Очки теперь твои? Да. Ты довольна? Да. Теперь можем собачку выгуливать. Да. Ну, слава богу. Давай заведем собаку, говорили они. Мы будем выгуливать, будем с ней играться, будем кормить. В общем, это только второй день, как у нас Даллас. Милана уже отказалась его выгуливать с утра, сказала рано. Арина, наверное, только потому, что она проснулась рано и ей было скучно, она со мной согласилась идти выгуливать собаку. И это только второй день. Так что вот, вот пока что вот так вот получается. А вечером с Миланой и с Ариной выгуливали собаку, достаточно долго мы с ней гуляли. Да так, что девчонки после прогулки пришли домой, они с ним набегались и очень быстро уснули даже. И что ты делаешь? Ты птичка? Нет, я пчелка. Ты пчелка. Я что-то жужжукаю. А, раз ты жужжишь, значит ты пчелка. Ну и что я вот так делаю? Как это мои крылышки. Крылышки? Да. Я Даллас, я мистер пчелка. Даллас, Даллас, ты видишь, это пчелка. Представляешь, у нас пчелка есть своя. Питомец пчелка. Кто-кто, питомец пчелка? Да. Господи, у нас теперь два питомца. Один собака, другой пчелка. В общем, прям какой-то целый цирк-зоопарк. Но это необычная чулка, это чулка, которая умеет превращаться в котика и собачку. Пчелка, которая превращается еще и в котика, и собачку? Да. Ну вообще обалдеть. Это суперчулка. Смотри, что вынюхивает там. Он след взял и идет по следу. Ой, смотри какой, видишь, разрыли что-то, зато кран новый поставили, трубы меняют. Когда они уже зацепят? Закроют? Не знаю. А, точно, когда эти трубы зацепят. Наверное, да, наверное, что-то там ремонтируют еще. О, смотри, орешка, смотри, какая вишня. Лосяк. Смотри, как красиво. Вишневое дерево, да. Так много вишенок, классно. Собачка. А, ты же вишенки не любишь. Тебе мясо подавай, да? Вот. Нравится собачка? Да. Вон такой красивый. Смотри, видишь, красивый. У него еще есть такие полосочки. Если присмотреться, да, он как... Собака-зебра такой. Хороший, красивый, да, воспитанный. Воспитанный, думаешь? Да, он воспитанный. Он не лает, не кусается, на прохожих не бросается. И на кошек ноль внимания. Вот это воспитание. Он на кошек не нападает, но на собак нападает. На собак нападает? Да. Ну, на больших же нападает только, да? Да. Он же маленьких не трогает. Не, мы вчера видели, ему там кот на него шипел. Вчера мы видели, кот на него шипел, и он тоже так на кота смотрел недобро. Но чего нельзя удивляться? Ты это что? А, сегодня мы из подъезда вышли, а он кота не тронул, да? Он на него посмотрел. Да. Нас посмотрел и пошел. Это, наверное, его знакомый кот, соседский.